Я приветствую вас, друзья, это канал Веселый Инженер, меня зовут Андрей, и в этом выпуске виды кулачков для токарного патрона. Видео достаточно информационное, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, кулачки для токарного патрона. Вот такой вот у нас токарный станочек имеется. Естественно, на токарном станке установлен токарный патрон, который в свою очередь комплектуется вот такими вот кулачками, про которые мы сегодня будем говорить подробно и очень интересно. Токарные патроны, какие применяют на нем кулачки. Токарный патрон – это основной элемент оснастки токарного станка, зажимное устройство, обеспечивающее фиксацию заготовок на шпинделе. Применение патронов позволяет производить обработку на высоких скоростях вращения, обеспечивает точность установки и необходимое усилие зажима. Любой токарный патрон имеет в своей конструкции несколько кулачков, представляющих собой специальные зажимы для удержания и центрирования обрабатываемой заготовки. Их может быть 2, 3, 4 или 6 штук, в зависимости от конструкции и размеров патрона. Кулачки изготавливаются из легированных высокопрочных стали и предназначены для центрирования фиксации заготовки в рабочей зоне станка. Вот такие вот у нас кулачки. И они бывают следующих видов. Прямые, обратные, накладные или сырые кулачки, сборные. А теперь давайте по каждому из них. Итак, прямые кулачки. Для зажима деталей чаще всего используются прямые кулачки. У каждого из них имеются две ступени для крепления детали на разжим и по одной призме, работающей на сжим. Рабочие площадки ступени кулачков, в которые упираются торцы обрабатываемых деталей для устранения торцевого биения. Конечно, я скажу, друзья, что это самые популярные кулачки, которые применяются вообще на токарном оборудовании в любых производствах. Итак, обратные кулачки. Вот так выглядят обратные кулачки. Обратные кулачки по своей конструкции являются противоположностью прямым и применяются для крепления на сжатие по внешней стороне деталей больших диаметров. Наружную поверхность обратных кулачков можно использовать для устройства дополнительной крепящей базы, работающей на разжим по внутренней поверхности заготовки. Конечно, можно, но в основном такие обратные кулачки работают на сжатие на таких вот деталях, которые имеют большие диаметры. Но если уже других кулачков нет, то можно их использовать также и на разжим. Сборные кулачки. Ну, само название говорит за себя. Сборные кулачки, универсальные или составные, состоят из двух частей. Нижняя рейка с вребенками, движение по спиральному диску. Вот такая нижняя рейка, она в принципе присутствует на всех кулачках. Верхняя накладная со стандартной закалкой рабочей зоны. Видите, вот эта вот накладка, да, она крепится к нижней рейке. Накладка — это реверсивные кулачки, прямые или обратные. Чтобы поменять вид и функционал кулачков, достаточно выкрутить по два болта на каждом перевертыше, развернуть его же нужной стороной и этими же болтами закрепить на рейке. То есть из этих кулачков можно делать как прямые, так и обратные, в зависимости от того, какой стороной вы их закрепите. Итак, накладные кулачки. Вот так выглядят накладные кулачки. Изготавливаются они из стали или цветных металлов без дополнительной термической обработки, в связи с чем еще именуются сырыми кулачками. Крепятся к рейкам, поставляются обычно в комплекте к токарному патрону, которые становятся вместо прямых или обратных кулачков. Естественно, вы, так как они сырые, вы можете прямо на токарном станке расточить эти кулачки для своих нужд и превратить похожими их на любой из вышеперечисленных, кроме сборного, вида кулачков. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео с другом. Я думаю, вы знаете, кому его отправить. А у меня все. Всем добра. Пока-пока.